На севере страны 15 человек арестованы за нарушение режима чрезвычайного положения. Еще пятеро оштрафованы. По данным полиции, владельцы развлекательных заведений проигнорировали введенные в стране ограничения. Их кафе и рестораны работали после 10 вечера. Стражи порядка сейчас работают в усиленном режиме. Совместно с волонтерами регулярно проводят ночные рейды. На сегодняшний день в Северо-Кастанской области выявлено 26 фактов нарушение режима чрезвычайного положения. К сожалению, не все граждане поняли серьезность этого вопроса, допускают халатность своей деятельности и подвергают опасности жителей нашей области.